К новостям культуры. С коллективом Тверского областного театра драмы встретилась министр культуры Тверской области. Разговор был посвящен развитию театра и постановкам. К слову, в этом году в театре открылся ни много ни мало 277 сезон. Служители Мельпомены поделились с министром своими взглядами на возможные форматы работы в ближайшее время. Речь шла и о новом художественном руководителе. Я хочу привести ваш и в наш теперь театр большого мастера со своим видением, со своей концепцией, с одной стороны, с другой стороны, который бы поддерживал классику, классическое восприятие, классическую школу, скажем, нашего русского драматического театра. Для меня это очень важно, вот чтобы человек стоял на стыке новых веяний, с одной стороны, а с другой стороны, и давал зрителям качественный классический продукт.